Мы продолжаем поездку по Куршской косе, и я предлагаю сегодня просто посмотреть, вспомнить два предыдущих видео и насладиться шумом Балтики, красотой и просто отдохнуть. Всем привет! С вами я, Наталья. Прогуляемся. На древнем острове. Вот это, да? Мы вот там, где музей-инициатор. Музей-инициатор. И до какого места? Потом мы поедем через Рыбачий, мы поедем с вами там, где лес, там, на 37 километр косы. А потом мы с вами доедем еще вот до парковки, вот до этой, там, где наша высота. И это Литва. На этой парковке. Ух ты ж! Лярка есть, хуторки есть. Если еще идти к морю, вот там только на воду дать. Сегодня вот там написано «Уха», написано, вот там можно посидеть. И вроде палятся, не христианские, но... Ну, там можно посидеть. А так вот художку можно. Здесь глинтвейн. Здесь есть, как это, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе с красненького. Вот если кто подмерзнет, вот с красненького глинтвейнчик. Здесь... Сюда мы ехали. Это стоит сюда приехать только ради этого шума.